В образовательных организациях Новочебоксарска состоялся месячник гражданской обороны. Мероприятия в рамках месячника проходили в трех направлениях – работа с педагогическим коллективом, работа с учащимися и работа с родителями. В проведении месячника приняли участие руководители и командно-начальствующий состав, педагоги и воспитатели, а также воспитанники и учащиеся первых 11 классов. В рамках мероприятия ребятам были озвучены правила безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе. Вырабатывались умения защищать свою жизнь и здоровье.